Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Fossil Q Marshall. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить пароль блокировки экрана, чтобы можно было заблокировать экран с помощью пин-кода. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», затем спускаемся вниз и нажимаем «Персонализация». Затем выбираем «Блокировка экрана» и выбираем «Графический ключ» либо же «Пин-код». Ну, давайте, например, «Графический ключ». И теперь просто рисуем нужный код дважды. Отлично, графический ключ для блокировки экрана был успешно создан. Теперь наш экран будет блокироваться, а для разблокировки этого, нашего экрана нам понадобится нарисовать наш графический ключ. Ну что ж, а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!